Приятного аппетита! Макс завтракает, сегодня у него нет садика. Всем приветики. Я тоже завтракаю. И сижу, монтирую видео. Монтирую видео для канала Ксюши. Она играет в Майнкрафт. Сейчас смонтирую и буду монтировать влог. Макс кушает, смотрит мультики. Я решила попробовать попить вот такое вот молоко. Оно с орешками. Так, протеиновое. Тут орешки. Ну, что тут еще? Тут овсянка, что ли. Вот витамин D, кальций. Вообще оно вкусное. И налью. Так. Такого оно цвета. Хочешь попробовать? Вкусное, да? Вкус орешков. Вообще вкусно. Его можно добавлять и коктейли с него делать. Я варю супчик. Скоро придут девчонки. Еще хочешь? На, пей. И пижаму переодень, пожалуйста. Сейчас я пойду помою голову. Где там? Вот тут. Ну, что, моя хорошая, писать она хотела. Все, не будешь гулять больше? Она сразу заходит. Она даже гулять не хочет. Холодно тебе, что ли? На улице не холодно. Тебе вкусняшку дать? Так, вкусняшку. Колбаска. Колбаской пахнет. Сидеть. Голос. Лежать. Легла. Вкусненько. Нельзя. 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 Можно? Девчонки, пришли девчонки. Что такое? Поранила пальчик? Как нет, дела? Парилась. Заходим, раздеваемся, вещи сразу свои уносим в комнату, рюкзаки, обувь, убираем все по местам. Я всегда все беру. О, это Каролина. Алло! Не очень хорошо, а мне бесит все. Мне школа бесит. Почему? А что... Не знаю, у меня все бесит. Сейчас я пойду постель заправлять. И немножко нужно убраться в комнате. Ну, это я потом сделаю. Сначала нужно заправить постель. Готово. Так, мне тут пальмочка немножко мешает. Сейчас нужно поставить на место. Все. Прибралась немножечко на стол. Я устала. Быстренько, пока не отключили. И тут мне говорят, что я нашла один комментарий, и мне говорят, чтобы я открыла кулинарный канал. Но это просто нереально. Даже если бы я хотела, но это нереально просто. Столько времени на это будет уходить. Тут еле как... Справляешься с этими каналами, которые сейчас у нас есть. Еще один просто, ну, вообще никак. Я бы с удовольствием, но где время столько взять? Так. Кстати, ребят, я смонтировала видео для Ксюши. Оно уже выйдет завтра. Ну, то есть сегодня. Вот вышел влог, и сегодня вышло видео у Ксюши. Поэтому переходите по ссылочке в описании и смотрите. Она первый раз играла в Майнкрафт. Подписывайтесь обязательно, у нее скоро 100 тысяч. Давайте добьем 100к. Я себе хочу сейчас попробовать выпрямить волосы. У меня вот такая вот лежит расческа. Утюжок. Она у меня давно уже, кстати. Я не знаю, года 2, наверное, точно. Я никогда не пользовалась, поэтому хочу сейчас попробовать. Они у меня не до конца еще высохли. Вот здесь вот. А мокрые нельзя. Нужно высушить. Thank you.
Готово. Я буду волосы выпрямлять. Why? My God, and hard burst. Откуда тебе это осторожно горячее? Так, все, одну сторону я оставлю сейчас. Вот. В принципе, они у меня все равно прямые, но вот здесь вот они немножко волнятся. И вот здесь у меня есть прядка кудрявая, я уже показывала как-то раз. Ну что, она у меня нагрелась, она уже горяченькая, видите, какие тут зубчики. Так вот. Они будут выпрямляться. Отрываются волосы. Вот как утюжок, то же самое. Просто еще, плюс еще расчесывает. Два в одном, и расческа, и утюжок. Ну вот, смотрите, как здесь и как здесь. Заметно, да, разница? Ну и да. Здесь вот экранчик, и можно прибавлять температуру. Ну вот, в принципе, мне кажется, хватит. Теперь вторую сторону. Вроде ничего. Может быть, я немножечко подровняю, но сильно я вот так коротко не буду. Мама. Такая длина хорошая как раз. Коти. Все, Маркоша побежала. Угу. Давай, до скольки? Мама, что ты делаешь? Давай, пока. Удачно. Я... позаниматься. Так, Каролина меня здесь уговорила заплести ей коньколончики. Я не знаю, как ты завтра проснешься. В каком состоянии будут твои косички, но попробуем заплести. Завтра она хочет так пойти в школу. Да. Где ты их нашла? Я уже забыла про них. Я уже думала, у нас нет таких каниколонок. Я тут на... Нашла? Да. В общем, где-то нашла. Ладно, будем заплетать. Две косички я тебе только, сделаю. Я ну, только нашла один. Угу. Один только. Да. Как ты забыл? Забыла уже. Посмотри на телефоне. Угу. Как делает вот такой? Так, все, одна косичка получилась. Вот такая вот. Теперь вторую надо заплести. Да. И посмотрим, как завтра она проснется. Ты аккуратно должна я спать. Буду... Аккуратненько это... должна спать, да. Я очень буду аккуратно. Так спать. Да, угу. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I... Я тебе что-то изначально сделала неровный пробор. Косичка немножко неровно получилась. Ну ладно. Неровный пробор сделала. Вот тут надо было делать. Где? Немножечко неровно пробор сделала. Ну ладно, пусть так будет. Я уже не буду расплетать. Не посерединке, видишь он? Должен вот тут быть посерединке. А я немножечко сдвинула неровненько. Ну ничего страшного. Нормально? Нравится? Да? Да. Ну все. Такс, такс. Детки захотели оладушки. Буду печь оладушки. Что были кушать? Оладушки, ты же меня попросила. Чего ты будешь делать? Помогать. Да ты что? Готова. Готова? Молодец. Готова. Так, ну оладушки вы знаете уже, как мы готовим, поэтому я уже не буду повторяться. Кстати, в Инстаграм у меня есть рецепт. Сохраненные истории. И там с рецептами есть оладушки. Вот, Каролина уже у меня яйца. Я тоже хочу. Каролинчик, перья. Мама! Эту? Да. Мам! Открывай. Открывай. Мам! Блин. Мам не знает. Ничего, как он может знать? Смотри, надо вот так. Вот так, а потом? А потом его раскрывать, а не раздавливать. А, да, не раздавливать. А ты прямо раздавливаешь. Так, по очереди. У нас сейчас драка будет здесь. Кто готовить будет? Очередь. Чуть-чуть Макс, чуть-чуть Каролина. Я хочу попробовать пожарить на вот этой блиннице. Не знаю, как получится. В общем, сейчас попробуем. Что-то не хочется мне в сковородке.
Блин, ложки все заняты. Ложки все моются. Круто, смотрите, как получается. Они еще пышненькие такие. Супер. Буду теперь здесь всегда жарить. Что делаешь? Собачка, что с собачкой? Пони, ну смотри, у меня были уроки, я там делала, потом я закончила, теперь смотрю, вот это, ну там, это там они помогают животным, тут собачка, это шпиц, 3 месяца, и он плохо дышит. Ты уроки сделала? Да. Все сделала? Да, ну, я уже убрала. Молодец. Все, готовые ладушки вот такие вот получились. Мне все-таки больше нравится жарить на блиннице, удобней. Так, все, включаю чайник. Кто будет пить чай? Включаем. Ой, включаем. Рыжая красавица. Гулять пойдем? Гулять. Гулять. Ну-ка, быстро гулять. 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 Маргоша вовремя пришла. Мы садимся пить чай. Надо немножечко наливать. Ксюша сейчас идет. Ксюша сейчас придет. Где она? Ну, где она? В комнате. Не она, а он. Мальчик это он. Девочка это она. Папа придет. Да. Покупает, и она придет. Он. Он придет. Она это девочка. Она нужно говорить для девочки. А он это мальчик. Все время путает. Она. Макси, Бонни она или он? Она. Бонни она. Она. А Данил она или он? Он. Молодец. А папа? Он. Он. А мама? Спасибо. Она. А Каролина? Она. Молодец. Хотела я неделю посидеть без мучного. Как можно, когда они оладушки просят? Вот как можно печь оладушки и не кушать? Поэтому я говорю, как? Ну так я не удержалась. Как можно печь оладушки и не попробовать? Все, с завтрашнего дня не ем мучного. Начинает пузо расти от мучного. У меня тоже. Ладно, еще один съем и все. А потом еще. Нет, все, не буду больше. Что-то хотелось порисовать. Не знаю, что рисовать. Просто кисти пробую, какие есть. Сердечко. Надо смотреть и рисовать. Ты. Ты видишь? Тут видишь, показано вот так, потом. Потом пальчик вот так. Вот, я попробовала нарисовать руку. Я вообще не умею рисовать руки. Ну, как-то... Ой, что-то мне вот это не нравится. Мне нравится. Я вот так вот смотрела. Pinterest. Так вот. Как-то так. Не знаю, не умею я рисовать руки. Надо, наверное, учиться. А где хозяйка комнаты? Где хозяйка комнаты? А, хозяйка! Маргоша сегодня порядок навела у себя на столике. А завтра уже будет беспорядок. И снимала видео. Поэтому видео выйдет, скорее всего, в пятницу. Вот это красивое. Тем более вот этот цвет очень красивый. Мне очень. Надо попробовать накраситься такой. Золотой цвет прям. Золото. Маргарита, оденься, пожалуйста, я снимаю. И у тебя этот светильник здесь будет стоять, что ли? Да, я долгну. Поставим куда-нибудь на как видное место. Ну вот у тебя видное место. Куда поставим? Сюда давай поставим. Так вот. Сюда. Пускай стоит светильничек. Как будто покупной. Я же говорю, надо бизнес делать. Бизнес, бизнес. Будут покупать все наши светильнички. Эй. Да, Маргоша? Ты уже... Скайме кривоште. Чего? Коп! Сегодня мы пели песню «Наш мастер дочь». И там... И она так смешно разговаривает по-другому. Что? И, ну, это больше Цураны. И мы сегодня пели песню, да, подожди, какая это была? Варта. Ой, давай, птицы, кореты. Что? Лайн.
Чей носок? Подними, это Каролины носок. Вонючий. Маргарита его. Не случайно. Убирай носок. Ты говоришь, ну скажи что-нибудь на французском. Ну скажи. У тебя акцент есть французский? Но. Ну скажи. Но. Ну скажи что-нибудь. Je m'appelle Choki Крем. Je m'appelle Вилло Крем. Что это было? Нет. Все, всем спокойной ночи, пока. Мама, не хочу завтра. Да, да. Во сколько? Как нормально, да, как всегда. Ты сейчас разлохматишься, я тебе завтра не буду переплетать утром. Давайте. Все, спокойной ночи, пока. Прячься! Венька, вы нету. Это мой Мишка. Вот твой Мишка. Не надо, ей дышать нечем. Все, пока. Да. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока, Бонечка.